Комитет государственного контроля Гродненской области и Управление финансовой милиции по Гродненской области всегда участвует в акциях, связанных с посадкой леса. И мы дважды в году, это весной в неделю леса, и вот осенью, всегда принимаем участие и именно садим лес. Потому что для человека посадить лес – это самое главное в его жизни, посадить дерево. Не только срубить, не только пользоваться теми благами, которые прадеды и деды наши посадили, чтобы отдохнуть, чтобы грибы пособирать, чтобы порадоваться нашей прекрасной, замечательной Берусью. Но и нужно еще и восстанавливать леса. И выращивать лес – это непростое дело. И мы воочию видим, насколько важен и нужен труд людей, которые работают в лесной отрасли. И поэтому помочь им – это святое дело для каждого гражданина и для каждого работника Комитета госконтроля. Что мы и делаем с радостью и большим удовольствием.